В группу компаний «Спасский Групп» входит несколько предприятий, занимающихся поддержкой мяса и рыбоперерабатывающей промышленности, а также логистикой. Глава муниципалитета осмотрел производственные помещения, расположенные на территории села Беседы, часть из которых уже действует, а часть находится в стадии подготовки. Экскурсию по цехам провел руководитель компании Константин Спасский. Здесь непосредственно у нас зона уже отгрузки, то есть товар после отгрузки он перемещается в эту зону, присваивается ему определенный код товара, и, соответственно, когда подъезжает уже машина нашего уважаемого партнера, сразу происходит автоматическая загрузка, уже без дополнительного ожидания и простоя. Суммарная мощность планируемого нашего производства более 750 тонн ингредиентов в месяц. 750 тонн ингредиентов в месяц. Это и сухих смесей вкусоароматических, и буферных систем, и таухмас, и различных продуктов, которые очень востребованы на рынке пищевой промышленности. По словам главного управляющего директора Константина Спасского, их компания уделяет предельное внимание качеству выпускаемой продукции. Мы в данной промышленности работаем уже более 15 лет, и в этом году по программе импортозамещения приняли решение создания собственного производства на базе европейских и мировых стандартов, которые уже успешно выпускают продукцию, и оно сертифицировано по стандартам ISO 22000 ХАЗ. Территория Ленинского района в качестве места для строительства нового предприятия руководством компании была выбрана не случайно. Удобное месторасположение, близость МКАД, но все-таки за его пределами. Иными словами, транспортная доступность данной территории. Несмотря на то, что Спасский Групп сотрудничает с европейскими компаниями, с начала этого года запущено собственное производство, составляющее на текущий момент порядка 40%. Развитие компании происходит за счет собственных средств и за счет банковских кредитов. Но сегодня руководство предприятия нуждается также в поддержке государства. Мы знаем, что существует программа поддержки малого и среднего бизнеса, и наше государство по поручению Владимира Владимировича Путина выделило достаточно большую сумму денежных средств для поддержки непосредственно реального сектора экономики, то есть непосредственно для производств. В данном случае это как раз наш пример. И мы, безусловно, будем очень благодарны нашему государству, если какую-то часть денежных средств либо по лизинговым платежам, либо в виде субсидии удастся получить. Компания считает, что предприятие может претендовать на подобные субсидии, ведь кроме всего компания является социально ориентированной, что отражается в реальной помощи ветеранам, заботе о детях, участии в спортивной жизни. Но чтобы слова не остались только словами, после экскурсии по предприятию гостям было предложено продегустировать блюда, в которые входят ингредиенты, изготавливаемые здесь. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.